Здравствуйте, с вами интернет-магазин «Дом игры». Сегодня мы хотим поиграть и показать вам замечательную новинку от компании Джека – ферма Топонима. Это яркая ферма, которая состоит из кубиков и фигурок. Она рассчитана на деток от 18 месяцев, но также детки постарше могут с радостью и интересом играть в эту замечательную игру. Давайте посмотрим, что у нас внутри в этой коробке. Коробка, как всегда, у компании Джек, это французская компания, очень из плотного картона. Внутри классные яркие кубики. 6 кубиков. Смотрите. На кубиках есть изображение животного, есть циферка, в котором живет это животное, это как домики. И вот такая дверка. Там же, где животное живет, ну и как оно выглядит. Есть один домик. Домик номер 2. Здесь также можно посчитать счет с ребенком. Так. И строится такой как многоэтажный дом. Хрюшка. Здесь живет котик в домике 4. Можно посчитать. Кубики очень из плотного картона. Они ламинированные. То есть ребенок даже если возьмет в рот или погрызет, то есть они устойчивы к этим воздействиям. И сверху у нас живет курочка. Вот такой домик под номером 6. 6 цыплят нарисованы. И живет курочка. Также хорошего качества, разработанным дизайнерами Джека. Дизайнеры у них, как всегда, трудятся на славу. Яркие кубики, яркие животные, картинки, которые привлекают всех деток. Животные живут в этом домике. Теперь ребенку нужно посмотреть, кто живет в каком домике. Мы смотрим. Там живет коровка. Коровка живет здесь. Здесь живет собачка. У каждого есть свой домик, хрюшка. То есть это учит ребенка соотносить понятия парные. И также выстраивается на чувство баланса, отлично развивает чувство баланса у ребенка. С игрушкой можно купаться, брать их с собой в песочницу, можно их грызть. Они очень приятные, не токсичные. То есть здесь очень хорошая сертификация, сертифицированный и картон, и резина, которые сделаны игрушки. Джека, как всегда, на высоте. Все собирается в удобную коробочку, дома легко хранить, приятно трогать, замечательно играть, можно придумывать разные игры. Также очень классно можно учить ребенка складывать больше-меньше, то есть ваш ребенок никогда уже не будет путать эти понятия. Играйте вместе с нами и с Домом игры.